Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Рафа Аллаху бихи кауман, ва ядау аль-ахарин». Через Коран Аллах одних поднимает, возвышает, а других унижает, опускает. То есть поднимает, имеется в виду, те, кто живут с Кораном, те, кто читает Коран, те, кто изучает Коран, Аллах их возвышает. Если он даже факир или мискин, если он бедный, нищий, он возвышен перед Аллахом, субхану ва тааля. Среди ангелов он, его имя постоянно произносится. Субханаллах, великий человек перед Аллахом, субхану ва тааля, он возвышенный, возвышает. А те, кто отдаляется от Корана, Аллах, субхану ва тааля, их яда, ставит на место, унижает того, что они заслуживают. Поэтому один из... Из истории во время пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, был такой Захид бин Харам, бедуин, бедный был. И приходил в Медину, торговал что-то, брал с собой какие-то вещи из деревни и продавал на рынке Медины, фисук аль-Медина. Пришел в дом пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, не застал его дома. И пошел, как обычно, шел на базар. Бедный, Захид бин Харам его звали, он бедный сахаба был. То есть у него ничего не было, бедуин, но пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, его очень любил. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся домой, супруге говорит: «Хал зарана ахад?» Кто-нибудь к нам приходил навещать? Кто-нибудь заходил? На что супруга, смотрите, как ответила: «Никто, кроме илля захид». Кроме захид. Захид только приходил. «Захид?» Говорит: «Айна ху?» Говорит: «Захид приходил, где он?» Говорит: «Пошел на рынок». Сразу же, не заходя в дом, пошел на рынок. Посмотрите, братья и сестры, это не Абу Бакр радиаллаху анху, который пришел с каким-то там серьезным вопросом, не Умар ибн Хаттаб, который там с важным делом пришел. Захид, что от него взять? Ничего нету. Но смотрите на гылк, на ахлак, на нравственность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу побежал на рынок. И тут видит, что он что-то продает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сзади подошел к Захиду, обнял его и начал шутить: «Ман яштари л'абд? Ман яштари л'абд?» Кто купит раба? Кто купит раба? На рынке. Обычно на рынке. Там это один дирхам, два дирхама, то есть вот так. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обнял его: «Кто купит раба? Кто купит раба?» То есть шутит с ним, как будто он продает раба. Захид бин Харам узнал, что это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, по его запаху. И сказал: «Я Расулаллах, таби'ани, идан таджидуни касидан». «О, посланник Аллаха, ты меня хочешь продать? Тогда тебе мало дадут денег за меня. То есть я же бедный, что у меня есть? Кто я такой?» Как бы, да, вот он показывает. То есть ничего у меня нету. Ты меня хочешь продать? Ну, таджидун кайзин, дешево продашь. Смотрите ответ посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям: «Валякиннака индаллахи гали». Но однако перед Аллахом ты дорог. Перед Аллахом ты дорог. Потому что ты верующий. Ты сахаба. Ты читаешь Коран. Перед Аллахом ты дорого стоишь, я знаю.